вас сейчас идет заключительный этап, последний квартал 2012 года, и хотим вас предупредить. Не может государственное предприятие с преобладающей долей имущества государства работать в убыток. Не может. Если это предприятие работает в убыток, это означает, что там менеджер не на своем месте, и мы должны его заменить. Объективный, необъективный, не может госпредприятие работать с минусами. Не может и не должно. Хоть один лей, но прибыль должна быть. Я прошу вас, чтобы вы мобилизовали себя, проанализировали все резервы, которые у вас есть, и вы должны завершить год с плюсами.